Всем привет! Blender 2.91, и вот еще такая идейка. Если, допустим, в анимации нужно сделать, чтобы персонаж где-то пролазил, ну, допустим, под ковром, или, допустим, под одеяло залазил, да? Или, возможно, еще какой вариант, чтобы как будто он лезет под землей, и земля сверху должна как-то вздыбливаться, да, подниматься должен дерн, там что-то в таком духе, короче. Как это сделать? Выбираем план, это будет будущий ковер S, прибавляем побольше, или земля, или, допустим, настройки, можно на этот план наложить досок, и когда он будет ползти, доски будут шевелиться. Давайте посмотрим, как все это будет выглядеть. Edit Mode, правая кнопка мыши Subdivision, подразделяем вот этот весь ковер будущий или будущая земля. Все подразделили, много не надо, наверное. Object Mode, теперь добавляем Shift A, Mesh, добавляем, вот давайте или сферу, или куб можно добавить. Сферу поднимаем выше. Сейчас я отключу солнце. Выбираем персонажа. Нужно сделать ему, конечно, анимацию соответствующую. Но я пока его так. Ctrl-Z. Пока персонажа вот этого погружу вниз. А эту сферу немножко приближу вот к этому ковру. Теперь на ковер вот этот. Добавляем модификатор Warp. Вот такой вот модификатор. Значит, на верхнюю вот это Object From ставим нашего персонажа, болта. И наверх ставим вот эту сферу. Теперь, если при анимации болт будет двигаться, то будет происходить вот такая вот штука. Так, Ctrl-Z. Да, вот почти такая. Так, выбираем еще кости. И вот теперь можно двигать. Вот вы видите, что он как будто прополз. Теперь нужно все это дело поднастроить. Выбираем опять же план. Здесь можно все это дело уменьшить. Strange. Вот этот. И Follow вот этот. Настройка. Тоже можно немножко уменьшить. Тогда верхнюю чуть-чуть прибавить, чтобы выпуклость была. И нижнюю еще так немножко добавить. Выбираем болта и попробуем, как он двигается. Так, еще он зацепляет. Можно его попробовать поднять повыше. Вот так. И вот теперь поднастроить. Preserve Volume поставить. И вот здесь уменьшаем вот этот бугор. Настройки можно брать вот сферу. Здесь можно Shader Smooth поставить. Уменьшить радиус, чтобы мягче все это дело двигалось. Ну, словом, нужно настраивать. Без этого никак. И вот теперь мы двигаем нашего персонажа. И он под ковром проползает. И выбегает уже на другой стороне. Ну, такая прикольная штука. Так, если его повыше поднять. И сферу вот эту немножко припустить. То вот тоже можно регулировать вот эту вот толщину переход. Опять выбираем болта. По этого вольта, пардонте. И вот теперь вольт проползает под одеялом или под какие-нибудь под землей, допустим. Вот тоже как вариант. Так, что еще тут можно поднастроить? Новые текстуры поставить, радиус, наверное, еще чуть-чуть поменьше, да, вот таким вот образом. И вот теперь
должно быть посимпатичней. Так, так, так. Вот эту сферу, как мне, наверное, болта привязываем к сфере. Ctrl-P, Object. И получается, теперь, если мы будем двигать персонаж, так не получается. Значит, нужно сферу привязать к болту. Ctrl-P, Keep Transform. Ага, луп не получается. Ctrl-P. Так. Object. Ну вот, когда они вдвоем будут двигаться, уже более, будет симпатичней. Вот такая штука. Все, всем пока, до свидания.